Совершенный цветок – это большая редкость. Можно вся жизнь искать такой цветок, и эта жизнь не будет напрасной. Кто хочет убить вас? Мне приснился сон, и я написал стихотворение. У тигра глаза такие же, как у меня. Но он приходит с другого берега глубокого и бурного моря. Император? Омура? Если император пожелать моей смерти, он сказать об этом? Значит, Омура. Я никак не могу закончить стихотворение. Может, вы предложите последнюю строку? Я не поэт. Да. Однако вы много страниц написали здесь. Это разные вещи. Вам снятся кошмары? Любому солдату снятся. Только тому, кто стыдится совершенных им поступков. Вы еще не знаете, что сделал я. Аромуте. Вы видели многое. Да. И вы не боитесь смерти, а иногда даже мечтаете о ней. Разве это не так? Так. Я тоже. Так бывает с людьми, видевшими то, что видели мы. Но когда я прихожу в этот сад, созданный моими предками, я вспоминаю, как и эти цветки. Все мы умираем. Чувствовать жизнь в каждом вздохе, в каждой чашке чая, в каждой жизни, которую мы отнимаем. Это и есть путь воина. Жизнь в каждом вздохе. Это и есть Бусидо.